Кабы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых. Не кружила б малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня. Кабы, 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 не петляла бы лыжня. Кабы, кабы, кабы. Пойдем. Да, да, именно так и ездят на лыжах. Ну что, лыжный сезон могу смело считать открытым. А вы, если нет, то тогда смело бросайте все дела и навострите лыжи в Новожилово. Погода и пейзажи здесь ну просто волшебные. Освещаются трассы, кстати, вплоть до половины 10 вечера, а сам прокат работает до 9, так что получить свою дозу свежайшего хвойного воздуха вы еще успеваете. Обязательно, пусть приходят, любуются этой красотой, катаются, поддерживают здоровье, чтобы были бодрячком и радовались. Мы даже у старшего сына болтали ему, представляете, он так как бы не особо-то ходок, а вот он как бы согласился и сам нас привез, ему вообще красота ему. Так что мы наслаждаемся жизнью. Нет, красота. Вообще, так, ну, что? Так что всем на лыжню! А можно и не только на лыжню. В прокате базы, как всегда, больше 700 пар самых разных лыж, а еще тюбинки, снегокаты для самых маленьких и даже сани, запряженные снегоходом. Пока большинство трасс в Новожилово толком не обкатаны. Для их стопроцентной готовности требуется еще немного снега. В отличном состоянии на сегодня лишь лыжероллерная трасса и так называемая содовская тройка. И даже этого вполне хватило, чтобы в день открытия сезона собрать на базе не одну сотню людей. Как мы и ожидали, довольно-таки большое количество горожан пришли на наше открытие, и это очень приятно, но ожидаем, конечно, следующие выходные раза в два, может быть, и в три больше. Анастасия Лакман, Дмитрий Воронушкин, новости Верхнекамья.